это замечательный конкурс, конечно, но это вершина пирамиды, премия. Я с большим удовольствием поздравлю всех лауреатов, но мне так кажется, что намного более ценная процедура, пока этот зарабатывается приз, выполняется очень важная миссия журналистов. Они сообщают гражданам, своим читателям, слушателям, зрителям чрезвычайно важную информацию. Вот мне так кажется, что этот проект, вот этот замечательный проект, замечателен в основном этим. Хотя, еще раз повторяю, поздравлю от всей души победителей. Самые болезненные массовые проблемы – это проблемы, связанные с самыми простыми инструментами. Кредит, если о людях говорить, кредит человеку или депозит, который размещает человек. Конечно, более страшная вещь – это кредит, потому что это топор, который висит над головой и никак не удаляется, и очень много людей страдают от того, что не могут выпутаться из очень серьезной кредитной зависимости. А в последнее время, к сожалению, не такое массовое явление, но тоже очень болезненное, это потеря накоплений, когда человек, прочитав закон о страховании вкладов и считая, что он полностью им защищен, относит деньги в банк, а потом оказывается, что либо банк не отдает, потому что депозит оказался забалансовым, либо, если банк обанкротился, система страхования к нему неприменима. Вот журналисты об этом много говорят, надо сказать, и правильно делают. И я надеюсь, что результат будет не столько в том, что граждане что-то поймут, а власть, придержащие, изменят свое отношение к делу, изменят законодательство, правоприменительную практику и улучшат дело и с кредитами, и с депозитами.